Знаете, они, наверное, не столько посылки ждут, сколько родные лица. Когда мы приезжаем, они видят наши на машинах там номера и еще что-то. И они просто рады, что мы уже приехали к ним. А то, что еще из дома частичку тепла привезли им, это, ну, вообще здорово. Ришат Максумов рассказывает о встречах с бойцами в зоне специальной военной операции. Он едет на передовую уже в 19-й раз. Везет вещи, продукты питания, медикаменты, технику. Сейчас на площадке Лучевского дома культуры лежат упакованные к очередной отправке топливные брикеты, газовые плиты, бензопилы, перфораторы и все то, что необходимо военнослужащим. Все это приобретено на средства неравнодушных чистопольцев, среди них предприниматели и лично сам Ришат. Многие помогают, и очень приятно, потому что они знают, что там наши ребята, и они стараются им помочь, чем надо. И говорят, Ришат, что нужно, скажи, мы будем стараться помочь. Поэтому очень приятно, что люди, наши неравнодушные жители Татарстана, Чистополя, подключаются и выполняем эту нашу миссию для ребят. Тесное сотрудничество установлено с добровольческими пунктами. Маскировочные сети, костюмы, окопные свечи, мини-печи и многое другое отправляют с Ришатом Мазгутовым участники движения «Чистополь фронту». Сам Ришат возглавляет Чистопольское сельское поселение. Он ветеран боевых действий, потому не понаслышке знает, в чем нуждаются бойцы. В этот раз среди отправляемой техники – дизельный генератор. Сбор на него проходил в соцсетях. Желающих помочь одному из взводов, где служит чистополец, тоже оказалось немало. Мы подключились все дружно. И знаете, с таким вот сплочением удалось быстро это сделать, приобрести его. И вот скоро он будет у них, у ребят наших. В день отъезда Ришат повезет на передовую и домашние угощения, которые приготовили жители Чистополя. Куличи, пироги, обеды в вакуумных упаковках. Все это для того, чтобы бойцы почувствовали домашнее тепло и поддержку своих земляков. Вам всем привет с передовой. У ребят все отлично, все здорово. Так что будем дальше продолжать наше дело.